Всем привет! Я Вика Виноградова, это канал Рецепт для лентяев, и у меня для вас рецепт потрясающего манника. Такой вы точно еще не пробовали, не готовили. Очень лентяйский и очень-очень-очень вкусный. Смешиваем стакан манки и стакан кефира. У меня стаканы по 250 мл. Перемешали и оставляем минут на 10-15, чтобы манка набухла. Как набухнет, добавляем 2 яйца, 100 грамм сахара, у меня он тростниковый, но естественно обычный тоже подойдет. Добавляем чайную ложку молотой корицы, маленький пакетик ванилина, чайную ложку разрыхлителя. Вместо него можно взять соду. А еще 60 грамм кокосовой стружки. Все перемешиваем и тесто готово. Еще понадобится пара яблок. Режем их на кубики. Смешиваем с тестом. Форму для запекания смазываем маслом. У меня она 26 сантиметров в диаметре. Выливаем манник и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут до готовности. Получается вот такой манник. Он пряный, с кокосовым ароматом и кислинкой от яблок. Правда, ребят, это необычайно вкусный манник. Очень-очень классное сочетание. Обязательно приготовьте. Вкусно и в горячем, и в холодном варианте. Очень классный рецепт. А у меня на этом все. Большое спасибо, что посмотрели видео. Хорошего вам настроения, всего самого-самого замечательного. Всем счастливо и пока.